Rust — это та игра, где ты можешь потерять все, открыв одну дверь. Чтобы не допустить этого, достаточно обстроить свой дом стенами, ну и, возможно, турелями. Но вот вы взяли и поставили стенку неправильно. Как ее сломать, спросите вы? Сейчас покажу. Хоть звук попадания патронов по стенке и звучит как по металлу, но урон также проходит. Надо 556 каменных патронов. Кому интересно, 5 бров. Если вы такой же сумасшедший, как и я, то лучше возьмите 50 бобовок, ведь не все удается прикрепить. А так 46 штук. Сычелей 10. Розыгрыш берданки пройдет в моем ТГ-канале, ссылка в профиле. Доверяй, но проверяй. На Вики 185 разрывных патронов, но у меня 186. Кому вы поверите? Два лучших способа, 4 ракеты и 2 сишки. Пользуйтесь.